Protect yourselves at all times. Touch gloves. Good luck, lads. Крис Юбер, Крис Юбер младший, да. Ждет победитель этого боя. Именно он встретится с тем, кто выиграет сегодня этот поединок, да. Second round. Итак, гонг. Поехали. И давайте смотреть. Конечно, в соотношении того, кто победит и кто проиграет, то есть 80% ставят на победу Джорджа Гроувса, 20% на его соперника, в то время как в предыдущем поединке, да, Крис Юбенк-младший был на 75% фаворитом, но мы помним, чем закончился его противостояние против турка Авни Йылдырыма. Да, и он здесь выиграл досрочно. Да, третий раунд, все было уже решено. Ну и здесь как раз Джош Гроувс говорил о том, что для него Кокс слишком мелкий, и неважно, насколько он будет техничный, они очень хорошо друг друга знают, потому что они спарринговали и были в одной команде. Но, тем не менее, Гроувс говорит, у меня всегда есть удар, которым я Кокса могу отправить отдыхать. Ну да, он правильно заметил, что Кокс не такой крупный, потому что Карл Фроч вот в тех боях, которые он выиграл, он как раз взял именно габаритами и мощью своей. Силовыми ударами он, особенно во втором бою, он, конечно, принес себе победу. И здесь несколько другое противостояние. Обратите внимание на стойку Джорджа Гроувса. Он такой, она такая немножко сутулая. Чуть-чуть больше, чем соперник, он сгибает колени. Но такая, знаете, очень опасная стойка, потому что он моментально, как пружина, может вылететь вперед и нанести свой удар. Также он очень хорошо защищается, друзья. Чувствует дистанцию, у него всегда руки на месте, перчатки. И, конечно, нельзя не отметить, что Джош Гроувс был сеянным боксером, и он выбирал себе соперника, и он объяснил, почему он выбрал именно Джейми Кокса. Он сказал, что я рассчитываю на то, что я пройду как можно дальше, да, на то, что я выиграю этот турнир, и мне вначале нужен соперник полегче, которого я могу легко пройти достаточно без проблем, и дальше уже готовиться к более серьезным оппонентам. Именно поэтому мой выбор был остановлен на Коксе. Ну, кроме того, как мы уже отметили, они знают друг друга. Да, они друг друга знают, и здесь ситуация была более прогнозируема. Но жребий оказался суров, потому что в полуфинале как раз и будет, если Кокс сегодня победит, ой, простите, если Гроувс сегодня победит, то в полуфинале как раз и будет главное противостояние в этом дивизионе, в этой серии, поскольку и Юбинг, который вот сидит здесь в первых рядах, и Кокс, и Гроувс являются фаворитами. Быстро достаточно закончилась предварительная разведка. Кокс пошел вперед, предпочел навязать драку, но Гроувсу драку навязать достаточно опасно, потому что это человек с сумасшедшим ударом. Второй раунд. На повышенных тонах шла накачка в углу Джимми Кокса. Но действительно, он рискнул, он сблизился, он пытался навязать размен ударами. Но это могло для него плохо закончиться. Гроувс пока совершенно не форсирует события.
Ну, Гроувс также в предматчевых интервью отмечал, что на него очень сильно повлиял бой с Эдуардом Бутнихтом, когда, напомню, тогда Гроувс выиграл по единогласным решениям судей по результатам 12 раундов, но Эдуард тогда в раздевалке упал и потом оказался в коме, и из которой очень долго потом восстанавливался. Ну, в общем, со здоровьем. Одним словом, парня... он закончил карьеру. Да, далеко не так все хорошо. Ну, посмотрите. Включается Джимми Кокс, да, молодец. Летит, да, не отпускает. А... зажат сейчас. Какой размен, друзья. Вот это боище. И заканчивая эту мысль, Гроувс так говорил, что тот бой с ним очень серьезно его изменил, потому что даже вот в бою с Федором Чудиновым, он говорит, я когда видел, что Чудинов шел на меня и пропускает удары, я не мог до конца дорабатывать, потому что, ну, опасался за здоровье своего соперника. Насколько психологически повлияло это и повлияет сейчас на бой с Коксом, мы посмотрим, но второй раунд уже очень Кокс ярким молодец. Появляется. Да. Кокс молодец, он пошел с открытым забралом, он не боится, он решил устроить биг-драма-шоу, как говорят некоторые средневесы. Ну и что ж, правильно делает. Как он зрители говорил, хотят его... зрелища, они его получают. Да, его-то вдохновлял как раз пример Тайсона Фьюри, который выходил на бой с Владимиром Кличко в статусе андердога и в итоге пояса все и забрал. И сейчас, конечно, Кокс старается показать максимум того, на что способен, предлагает Гроузу подраться. Но Гроувс не тот парень, который от драки будет бегать. Гроувс хорошо защищается, несмотря на то, что остается в углу. Вы видите, да? Но, тем не менее, отдадим должное его сопернику. Молодец. Он агрессор пока. Это ему определенные дивиденды должно принести. Хотя бы в начальных раундах. Продолжает раздергивать. Хорошая серия в исполнении Гроувса. Два боковых были очень опасными. Вы видите, клинчует соперник. Ему надо отдышаться. Рефери подзывает боксеров, чтобы они слушали его внимательно. Чтобы не нарушали правила. Потому что зал так шумит, что ничего не слышно. Пока очень интересного боя, друзья. И отдадим должное претенденту. Именно он создал вот эту драму. Да, сейчас старается навязывать свой стиль. Идет вперед. Встречает его очень здорово Гроувс. Двоечка зашла точно. И ну, в ответ пропускает также. И снова Гроувс развивает эту атаку Джейми Кокс. Молодец, Кокс. Молодец. Да, пока... Всемирная боксерская суперсерия шла без сюрпризов. Пока все, кто были фаворитами, победы одерживали. Но сейчас пока еще рано говорить о том, что что-то поменялось. Но вот уже снова, посмотрите, передней рукой очень четко Кокс заставит соперника. Очень хороший бой заката. Хотя надо всегда отметить, что Джош Гроувс, он чаще раскрывается в более поздних раундах. То есть для него... В основном переждать вот этот стартовый навал. Ну, не всегда, не всегда. Да. В тех боях, впрочем, которые мы вспоминали, он как раз выигрывал с самого начала, первого раунда. Вообще в первом раунде послал Фрочева нокдаун. Да и во втором выиграл первые 3,5.
не попадает пока справа Гроувс. Кокс делает все очень грамотно. Он подходит на свою ударную дистанцию, пропускает кулаки соперника над головой и дальше просто начинает валиться вперед. Да, здесь даже скрутил его так, с броском. Джордж Гроувс. Внушение от рефери. Такое впечатление, что Гроувс не ожидал такой прыти от соперника. Да, потому что непосредственно на блиц-интервью, которое давали спортсмены, когда они приезжали, Кокс выглядел таким немножко растерянным, где-то вот не от мира сего. Ну, не растерянным, очень смущенным. Да, смущенным. В то время как Гроувс, конечно, был более чем уверен в своей победе, пообещал соперникам яркий, красивый бой, что сейчас и происходит, ну и сказал, что наслаждайтесь зрелищем. Ну что ж, будем наслаждаться. Здорово из клинча отрабатывает сейчас Джош Гроувс. Серия ударов по корпусу от чемпиона. Джимми Кокс продолжает работать в довольно рискованной для себя манере. Но это зрелищно, друзья. Это нравится. Или грудь в крестах, или голова в кустах, как говорится. Интереснейшего противостояния. Напоминаю, четвертьфинальный бой всемирной суперсерии в суперсреднем весе. Джордж Гроувс против Джимми Кокса. Два боксера из Британии. Старается сейчас навстречу отрабатывать Гроувс. Подлавливал своего оппонента, потому что уже понимает, что Кокс идет вперед постоянно. Старается работать первым номером. Принимает эту драку Гроувс. Кокс очень много сил вкладывает в удары. Вот интересно, если бой затянется, уйдет куда-то за восьмой раунд, останутся ли у Кокса силы? Вот в этом большой вопрос. Гроувс сейчас выглядит достаточно спокойно. Здорово встретил справа. Он дает сопернику работать в полную силу. Посмотрите, рефери не останавливает бой, потому что соперник, в общем-то, предплечьем оперся на Гроувса. А Гроувс в это время наносил ему удары. Гроувс, да, действительно начинает работать более экономно. И уже подстроился под манеру своего оппонента, встречает его в корпус, в голову. И посмотрите, он не уходит, не включает ноги, да, не уходит от канатов. Стоит и ждет, да. Сопернику, да, подойти к себе. И вот встречный удар. Вот этот встречный удар. Ну что, встанет? Шансов немного. Нет, не встанет. Вот так вот. Ну да, рисковал. С одной стороны, правильно, чего искать, да, сидеть, отсиживаться в защите и пытаться выживать в бою, когда можно попытаться показать себя с самой лучшей стороны, это риск, да. Но что поделать.
Да, обязательно на удар. Посмотрим повтор, да, потому что выцеливал, уже вот в какой-то момент уперся ногами Джордж Гроувс и просто ожидал момента для того, когда он сможет этот удар нанести. Отвлекал внимание на голову, встречал, ну и здесь просто-таки как гарпун всадил в корпус соперника тяжеленный удар, после которого тот... Ну вот его соперник. Это Юбанков, да. Отец и сын Юбинки. Как всегда невозмутимый, но... Юбинки, сказал я, да? Да. Как всегда невозмутимы, но тем не менее уже мы знаем, кто будет в полуфинале. Это действительно полуфинал. В полуфинале встретятся два лучших боксера этой суперсерии. Вот сместился вас. Как раз и справа, четко под ребра в область печени, засадил удар Джордж Гроувс. Вот сейчас посмотрите. Шаг вправо. И вот как раз четко между перчаток. То есть очень продуманная техника. Выжидал этого момента Джордж Гроувс и не прогадал. И здесь, конечно, сильнейший очень правый. Техничный, очень точный удар справа по печени. Это довольно редко бывает. Обычно слева бьют по печени. А тут справа очень точно, очень концентрированно, очень... Своевременно. Своевременно, да. Замечательно просто.